Ну чё, пожрём на камеру 11:30 ночи? Жрать захотела. Каша гречневая, 4 яйца, соль и салат с огурцов сделала. Начинаем трапезу. Хитерушки. Ой, как вкусно. Сергеева. Лучше бы еды поесть, чем ногти грызть на руках и на ногах. Извини. Сходи, сходи. В четверг. Завтра 1 сентября. В больницу к проктологу. Хайтирушки. На ночь вообще класс ездит. Хитерушки. Хитерушки. Так вкусно. Вообще вкусно. Вообще салат такой обалденный. Такая вкуснятина.
Ночью жор у меня напал. И что? Все я перестирала. Хитерушки я постирала. Угу. Хитерушки, вам нравится, как я кушаю? Как я жру? Сергеева, не завидуй. Сергеева. Охуенно. Общаговские соседи с правой руки и сверху. Как интересно меня смотреть, как я жру. Что хочу, деньги зарабатываю. Так вообще вкусно, но я обожралась. Хитрые русские. Вообще вкусно. Хитрые ручки, вы там лайки ставьте. Сергеева, лайки ставь. Ты не завидуй людям, а лайки ставь. Зависть – это плохое дело. Угу. Очень плохое дело. Ой, не могу. Ой. О, хитрые ручки, наелась. Хитрюшки. Хитрюшки. Хитрюшки, за ту школу идете? А что, надо идти муму читать. Муму книга очень интересная, полезная. Ой, начинается. Сергеева. Глянь, какие у меня ногти-то. Ой. Какие у меня ногти. Секси.
все пожрала, белье развесила. Я сегодня белье, знаете, в чем стирала? То есть это у меня шарик такой есть, туда налила жидкий порошок. Хороший такой запах сейчас. В комнате запах вообще. Не капсулу бросила, а жидким порошок у меня стиральный. У меня такой шарик специальный есть. Раньше тоже был у меня жидкий такой. Я оставила этот шарик на всякий случай. Ладно, спокойной ночи. Завтра 1 сентября.